Александр Константинович Патюшин, советский и российский актер театра и кино, родился в 1951 году в Рязани в рабочей семье. Во время учебы в школе он посещал драмкружок, после окончания школы неудачно поступал в театральные вузы. Окончив институт в 73 году, он стал актером в театре имени Маяковского. В кино Александр дебютировал в 74 году в кинокартине «Осень», а в 76 он сыграл главную роль в фильме «Весенний призыв», за который был удостоен премии на 10-м всесоюзном кинофестивале в Риге. Он снялся более чем в 60 кинокартинах, в числе которых наиболее известны как «Москва слезам не верит», «Россия молодая», «Одиночное плавание», «Кодекс молчания», «34-й скорость», «Служебный роман». Александр увлекался футболом, ходил в футбольную сборную актеров Москвы. Актер скончался на 53-м году своей жизни, в 2003 году от остановки сердца на фоне воспаления легких. Александр Константинович навсегда остается любимым актером в сердцах всего нашего народа.